На улицах Ахи с каждым днем все меньше снега. Звенит капель, за окном яркое солнце. Долгая северная зима закончилась не только по календарю. А чтобы ускорить наступление весеннего тепла, стоит проводить повелительницу в юг и морозов. В Ахе народные гуляния прошли в минувшую субботу на главной площади города. Бойкая ярмарка, веселая музыка из динамиков и много людей. Несмотря на достаточно холодный воздух и пасмурную погоду, желающих проводить матушку зиму пришло немало. Настроение ахинцам и гостям города поднимали творческие коллективы районного дворца культуры. На сцене прошло театрализованное представление. Не давали скучать и юным жителям города. Для детей устроили состязание «Весна идет, играть зовет» на выявление самого быстрого, сильного и ловкого. Победителей в забавных конкурсах поощряли призами. Кульминационным моментом праздника стало сожжение чучела зимы. Большинство горожан пришли на площадь, чтобы увидеть, как в небо взовьется яркое пламя, прогоняющее матушку зиму. За безопасностью горожан при проведении народного обряда следили сотрудники пожарной части. А какие проводы зимы обходятся без богатырских забав? В праздничной программе демонстрировали свое мастерство и спортсмены. Ребята показывали ловкость, силу и великолепную технику боя. Игровая программа была подготовлена и для взрослых. Удаль молодецкую показывали ахинцы в борьбе за призы. Праздник удался на славу. Теперь весна просто обязана в полной мере вступить в свои права.